конце длинного лета в Манийской империи родился принц. Вся империя была счастлива. Королевская кровь получила потомка. В день первого дня рождения принца мистические и злые силы посетили его постель. И принц исчез той ночью. Имперские рыцари искали его по всей земле рассвета, но ничего не нашли. Король и королева были убиты горем. Печаль охватила Манийскую империю. Клинок. Кровь. Помимо жестокости, он унаследовал мою храбрость. Кровь империи к моим услугам. План рассвета почти готов.